Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, зайдем на тренировку и заберем нашу команду. Так, и опять же ее выбираем и ставим обратно. Да, будем ее прокачивать до упора, так сказать. Кто-то мне говорит: Рэй, поставь первую команду тоже на прокачку. Ребят, если я ее поставлю, то нам вообще некем будет играть. Я понимаю, что тут Грифон. Кстати, Грифон, у него всего лишь... Слушай, а почему... Блин. Твою налево. Я бы, конечно, бы сейчас отправил, честно говоря, Грифона бы на прокачку. И кто там у нас еще? Подожди секундочку. Кто-то же еще у нас не прокачанный Грифон. Блин, друидка у нас, оказывается, еще не прокачанная. Блин, вот Грифона бы надо, честно говоря, зарядить на прокачку. Тем более там немножко совсем осталось. Совсем немножко. Кто у нас еще здесь? Бог ветра, но это долго слишком. Еще тут 200 там. Какой 200? 300... 336 нужно еще. Нет, это дофига долго. А здесь у нас кто? Вот, например, мы можем с тобой крипту прокачать. Тут осталось-то всего лишь 20 этих, и она получит 4 уровень. Так, служитель тьмы. А почему здесь-то все время стоит вот это вот? Я не могу врубиться. Все, ребята, пряничный домик прокачан на 100 уровень по максималке. Но еще нужно звездочку все-таки докачивать. Ладно, ребята, давай посмотрим результат. 24 собора. Так, Вуджен, фехтовальщик, ядерный робот, завод. Ну что... Новый сезон, естественно, за апрель, друзья мои, естественно. В бой. Конечно же, в бой идем и берем, наверное, самый наш первый отряд здесь. Вот этот. Хотя, подожди, почему этот? Да тут любой можно взять. Что этот, что тот. Давай я возьму этот. Сейчас тут один этот разберется у нас, фехтовальщик. Просто его выпускаешь на поле боя, и он идет, и всех тут чекрыжит. Потому что сезон новый, ребята, они все тут... Уровень какой там, 12 у них. Он просто всех будет сейчас рубить, одного за другим. И по базе один раз, и все. Вот тебе и весь расклад. Ну, нам надо было главное пройти, понимаешь? И все, ребята, и мы прошли. Соответственно, двигаемся дальше. У нас тут запросик. Мы с тобой становились ни два, ни полтора, да? Как раз нам не хватило вот последнего поединка. С ядерным роботом. Чё ты? Так, сейчас я подумаю, какой отряд лучше взять. Этот, наверное, возьмем, да? Что-то как-то не особо хороший. Может, этот? Тоже как-то не... Ну, ладно, давай возьмем этот отряд. Фиг с ним. Так, босс, ядерный робот здесь. Не знаю, сможем ли мы успеть до его появления. Я думаю, можем. Можно, в принципе, постараться это сделать. Тем более, если успеем сейчас... Блин, хотел друидку позвать, но... Не успеем. Ладно, паладиныч, выходи. И плюс сразу же еще молотильщика. Сразу же, ребят, молотильщика. Теперь всадника на журавле. Что он там, никого не вызывает больше пока? Интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тени толкай, блин, не успели мы его наказать. Ты серьезно? Ты серьезно паладин начинаешь мурыжить мне, эй? Ты посмотри, какой, а? Назойливая муха. Блин, по-моему, сейчас выйдет робот все-таки этот, ядерный. Успеет он появиться здесь? Сейчас посмотрим. Так, вот ядерный... вот он, друзья мои. Появился, успел все-таки выйти. Так, ну что, быстрее босса убьем или базу разбомбим? Как думаешь? Ё-моё, посмотри, бежит, сломя голову. Просто сломя голову бежит. А мои там стараются, наяривают. Да он не успеет дойти, все, ребят. Сдулся там где-то на полпути.
Отлично, ребят. Ну что, забираем тогда с тобой награды. А именно сундук роботов, в котором выпадает нам ядерный робот плюс репульсор. Ну и, естественно, здесь когтистый, храмовый пес и самурай. И, друзья мои, у нас следующий телепорт. Встречает нас территория нежити. Дальше идет долина подданных, территория захватчиков, нефритовая долина. И опять же нежить. То есть нежить повторяется здесь два раза. Так, вот это мне не нравится. С какого перепуга здесь начинается именно вот с такой вот распасовки? Ладно. Я уж не знаю, насколько у меня ниндзя хороша. Но знаю точно, что надо вызывать в первую очередь голема. А уже после голема вызывать надо ниндзю. Это я тебе точно говорю. Такс. Уничтожили, молодцы, красавчики. Ну-ка, молния. Оглушила. Да все, по-моему, крышка ему. Замечательно. Ну что, неплохо начали. Здесь у нас квест завершен. И мы продвигаемся дальше. Второй этап. Второй этап, значит. Тут прибавляется призрак. Тут прибавляется призрак, значит, мы, наверное, возьмем. А нам невыгодно это брать. Все-таки возьму этот этап. Точнее, этап, отряд. Возьму этот отряд. Блин, опять эта чумнуха здесь. И призрак. Плохо все это. Все это, друзья мои, очень плохо. Так, давай попробуем. Ага. Чумуха выйдет сегодня или нет? Вышла, уже появилась. Слушай, по-моему, мы сейчас успеем запинать базу. Мне так лично кажется. Есть. Да, да, ребята. Прорубили, так сказать, окно. Непонятно куда, но мы его сделали. И двигаемся дальше. Служитель тьмы. Блин, служитель тьмы под големом. Это, знаешь ли, довольно хорошая комба. Поэтому я, наверное, сделаю вот так. Я возьму этот отряд, потому что здесь есть баллиста. Баллиста нас очень хорошо прикроет именно от чумнухи. Если мы, например, позовем с тобой до того же самого фехтовальщика, джиггернаута. То есть, ну, получается, что у нас будет идти джиггернаут. Следом за ним мы вызываем с тобой баллисту. И будем надеяться, что он служителя тьмы не позовет. А если позовет, то не успеет им воспользоваться. Пока все норм. У нас есть еще и клетка, что тоже немаловажно. Единственное, перекачка, да, перекачка сейчас будет жесткая. Блин, ты что, не достаешь, что ли? Я не пойму. Эй! Да быть такого не может. Слушай, да я вот так сделал, да запарил уже просто. Вот и все, и допшикался. Он опять появился. Но сейчас он хотя бы получает. Есть. Вот и все. Вот и закончились его пшики. Забомбашили. Ну что, двигаемся дальше. У нас предпоследний здесь этап. Я оставляю тогда этот отряд, потому что здесь некро со своими колобками. С черепками, колобками. То есть он в любом случае нам здесь понадобится. Против некро. Против всех. Блин. Неудачно я как-то вызвал, если честно. Совсем неудачно.
Так, еще и челнуха, да, там летит. Красавчик. Ай, какой ты красавчик. И правильно, этих колобков всех там запинывай. А где призрак-то? Призрак что, отлетал свое, что ли, все? На-ка. Вот же мозоль, а. Бомбим, 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 друзья мои. Не даем спуску врагам. Есть. Фехтовальщик там разошелся и начал чух-чух-чух-чух своим кинжальчиком маленьким тыкать. Так, а здесь у нас босс. Старый воин. Ну что, я думаю, что сейчас мы этого старого воина быстренько в расход пустим. Тем более я взял свой турбо-пупер-супер-отряд, который незамедлительно ликвидирует эту башню. Ну-ка. Ну, Ронни, ну что ты? Ну что ж ты опять-то так еле вышел-то, а? Понятное дело, тут они быстренько его расчехлят. Будет сегодня отражение-то срабатывать или нет? А ну-ка. Наказывайте эту некро. Ну, ё-моё, ну тебе-то тут только не хватало пугало ты огородные. Смотри, а что делает? Это служитель тьмы? Слов на него нету. Ёк-макарёк. Неожиданно, если честно, появился он. Но это его не спасло. Да, друзья мои, здесь мы тоже запинали. Кстати, я не посмотрел, что у нас на ежедневках как-то разыгрывается. А, понятно, это у нас есть. Это мало то, что у нас есть, она еще и прокачана по полной программе. Ну что, забираем нашу награду. Сундук нежити. И здесь нам выпадает банши, зомби и денежка. И территория подданных. Ну, территорию подданных можно, в принципе, начать, наверное. Да, давай этой командой возьмем. Возьмем и выиграем, да? А что ты сразу этого начал выпускать? Испугался вызывать? Вон он, пройдушка мелкий, идет. Давай ему по башке. Бэм. Что? А что это сейчас было? Почему он опять ушел в инвиз? Я не понял, что это сейчас такое было. На-ка тебе. Да, там тотальное уничтожение идет. Все, разбомбили базу. Не помог здесь им бродяга. Вообще нисколечко. Ну что, второй этапчик. Здесь... Да ничего страшного. Тут крестьянин. Хотя, подожди, крестьянин и... Успели ли я Глем-то вызвать? Успел. То, что я Глем успел вызвать, это уже хорошо. А вот тут уже, ребята, идет бродяга. На тебе по башке. Только молнии. Гром и молния. Ага, успели. Захотел там чего, а? Он решил меня крестьянами, что ли, этими сдержать? Понятное дело, что такая армия против каких-то несчастных крестьяшек, она ничего не сделает мне. Так, вот здесь уже прибавляется маг. Слушай, ну я думаю, что... Вот я, кстати, не проверял, насколько хорош ползун против мага. Есть шанс
проверить. Так, ну не забывай, что здесь опять же бродяга есть. И нужно его как бы... Вон, он уже идет. Он уже, друзья, идет. Естественно, ловим. Естественно, контролируем весь этот процесс. А вот, ребята, и маг вышел. Ну, я вижу, что молния очень быстро его уничтожает. А вон и бродяжка бежит. Далеко ли он собрался, интересно? Далеко ли он собрался, наш бродяжка? Давай. Отлично. Там все полетели. И маг, и черный рыцарь. Ну и сама база, в конце концов. Бродяга даже не успел добежать. Захотел там это, диверсию сделать. Так, ну что, ребята. Здесь энергия кончилась, вот тут осталось. Ну давай. Летающих, по-моему, не было, да, здесь? У него, по-моему, нет летающих. Это хорошо. Так, рыцарь вышел. Ох, рыцарь вышел не один. Ну, допустим. Да, блин, там бродяга, ребята, идет. Жит. И нет бродяги. Всех подряд. Да, по-моему, тут все, кранты. Расчехлили мы, ребят, этих. Так, ну что там у нас? А, уже последний поединок здесь. Ё-моё. Так, значит, король. Значит, король. Ну, король, я думаю, что даже если успеет выйти, ну что, мы можем его... У нас нет, правда, дальнобойной атаки. У нас есть чумная мышь. Чумная мышь очень хорошо бомбит именно короля, потому что он не может атаковать воздушные цели. Так, как-то немножко неудачно тут получилось у нас. Отлично, Ронин пошел. А ну-ка, попробуем сделать так. Так. Давай, Ронин, настукивай там. Все. Король все-таки даже не стал, ребята, выпендриваться, даже не вышел. Даже не вышел. Испугался. Сундук подданных. И 10 королей, 11 фехтовальщиков, территория захватчиков. А вот и морпех Слизень, собственно, персоны. Морпех Слизень. Давай-ка попробую вот этой командой. Бесило, что вот этот морпех, именно Слизень, он наносит массовую атаку. То есть, если рядом будет стоять, например, фехтовальщик бомбить под прикрытием молотильщика... Ой, молотильщика, джиггернаута, это плохо. И плюс не забывай, что здесь выходит, естественно, первым страж. Поэтому нам, наверное, надо сделать вот так и сразу же попробовать призвать баллисту. Хотя бы, чтобы морпеха этого бомбить. Как бы, мне кажется, это будет самый эффективный способ. Еще вот так сделаем с тобой. Пускай он там коптится у нас в этой клетке. Так, по-моему, все, ребят. Не ожидал, что так быстро разберемся, но тем лучше для нас. Так, на втором этапе хищнец. Ну, куда же без хищница, ребят? Ну, куда без хищница, скажи мне на милость. Конечно, никуда. Этот уровень, вот это именно второй, он все время прям вот предназначен для хищница. Вот он выходит. Вот он прыгает. Вот он начинает бомбить. Мы его, естественно, в контратаку берем. И сейчас еще один хищнец выйдет, которого будет уже встречать паладин здесь.
Будет же встречать Паладинова? Будет. И опять будет сейчас хищнец. Опа. Опачки. Да ёк-макарёк, этот слизень-морпех достанет вот. Давай-давай, уничтожаем базёнку. Это у нас все сделал всадник на журавле. Он пробивает просто сквозь юнита, он еще бьет и сразу же по базе. Так, ну что, третий этап. Здесь пришелец. Здесь, ребята, пришелец. Даже не знаю. Ну ладно, попробуем. Пришелец, ну как всегда, начнет воровать. Ладно, бог с ним, что он, если он сворует. Главное, чтобы он не переманил моих солдат на свою сторону. Вот это будет плохо. Сейчас он, по-моему, да, он будет первым вылетать. Как только он пролетит, можно, в принципе, будет начать вызывать. И начать вызывать надо, наверное, все-таки всадника на журавле. Я думаю, не надо объяснять, да, почему именно всадника на журавле. А потом еще друидку, и, в принципе, все. Ну... А тут пускай похищает тотемы, если ему так хочется. Ускоряемся, ребят. Всадник на журавле сейчас все сделает. О, еще ускорение. Ну, тут, ребят, я был уверен, что мы выиграем, потому что все-таки друидка вышла, и сам понимаешь. Против нее тут воевать уже нет смысла. Так, ну здесь мы видим, прибавляется хищнец плюс тритон. Окей. Хищнец плюс тритон. Они мне дают возможность накопить на друидку, что ли? Серьезно? Ну тогда все, ребята. Тогда до свидания. Сейчас я вызову друидку и пойдем в наступление. Ага, тритон. Ёк-макарёк, и хищнец. Заморозили, плюс ураганчик. Так. Давай-давай-давай, вжучивай. Посмотри там вот на этого хищница, а? Так, мы отхиливаемся. И все, походу, дела. Распетрушили. Последний этап на нем. Так, это у нас лорд пустоты. Ну что ж, для лорда, как говорится, и встреча будет королевской. Да, ведьмочка? Успеть бы нам накопить бы на эту ведьмочку, было бы вообще шикарно. Так, слизень-морпех, да, значит? Ну, Рони, ну почему же ты не вышел-то, как подобает истинному Ронину? С криками «Кияй!» побежал. На тебе. Тритон сейчас тоже тут доиграется. На балалайке. Все, пошло-поехало. Что? Ёк-макарёк. Лорд появился, ребят.
Эй, лорд. Как появился, так и удалился. Что я тебе могу сказать? Все окей. Ну что, сундук захватчиков нам выпадает. Ерунда. Почему, ребят, называю ерундой? Это именно то, что у нас... Ой, ой-ой-ой. Блин, Ронин. А я отыграл, да, уже этот отряд. Ёпарасоте. А что я могу сделать, ребят? Только на равных сыграть. Тут других вариантов нет, уж извиняйте. Кто, чей Ронин будет быстрее? Мой. Мой, друзья мои, Ронин оказался быстрее. Ну, это понятно, это издержки. Давай-давай-давай, отлично. А то он уже там выбежал с криками «Ура!». Ну, мы его пришибли. Так, здесь опять же Ронин. Ребят, опять же здесь есть Ронин. И опять же он здесь будет выпендриваться. Сейчас посмотрим, чей Ронин будет быстрее. Ну, ёк-макарёк, ну что это? Блин, он еще и этого позвал. Сейчас звезданет, смотри. То есть... Да, фейлимся, короче, ребят. К сожалению, блин. Обидно, конечно, что сфейлили с тобой поединок этот. Другого варианта просто нету. И никак нам не законтрить Ронина, потому что ползун уже свою отыграл. И что ты мне прикажешь вот этим вот отрядом? Я не знаю, как мы этим отрядом будем, извини меня, вот здесь вот сдерживать. Как ты тут сдержишь? Я без понятия просто. Да ну, это нереально, ребят. Еще утворяет. Баллисту из стука. Нате вам обоих. Трындец. Он просто взял ударом и всех освободил. Да-да, я про Ронина. Давай-ка еще одну баллисту позовем. А теперь сделаем ускорение. Отлично. Ну что, здесь выиграли. Я даже не ожидал, что этот отряд сможет здесь выиграть. Где-нибудь еще энергия есть? К сожалению, ребята, больше энергии нету. Ну что, тогда на этом придется мне закончить сегодняшнюю серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.